Друзья мои, вы слышите позывные про наш любимый город? Я не слышу, опоздал на минутку. Даже не на минуту, на несколько секунд, пока запускал телефон. Опоздал включиться. Ну, долго он включается. Пока шли позывные, у меня тут всякие со связью были накладки. Хотел попасть прямо в начало, не получилось. Но в следующий раз буду точнее. Это Тимур Ханов со своими новостями из Новосибирска. Я придумал такое название – самописец. Есть у меня такой ник в сети. И буду называть новости самописца или самописец новости. Куда это я уперся? Вот наш Новосибирск родной. И о чем бы сегодня с вами поговорить? О чем бы рассказать? Вот я посмотрел новости нашего региона в Яндексе. И вы знаете... Так, где они тут? Не открывается. Короче, такое, ну, обыкновенное все. Надо в тень куда-нибудь пойти, иначе слишком яркий свет. Ученый совет учредил научную награду. Спартакиаду. Блин, я не вижу, извините. Спартакиадой наружу. Спартакиады на набережной в Новосибирске отметят День физкультурника. Корейцев и японцев научат готовить пельмени в Новосибирске. Путин согласился дать Новосибирской области 500 миллионов рублей. Какая радость. Вот от выборов хоть иногда бывает польза. 500 миллионов рублей выделяет президент для каких-то социальных проектов. А без выборов, что не, эти деньги, этих денег нет? Или где они там в загашнике? Это ведь наши деньги собираются налогами по всей стране. Для нас, всех жителей, концентрируются в Москве, а потом нам милостиво распределяются, ну, например, по случаю выборов. Спасибо Владимиру Владимировичу и Андрею Александровичу за то, что будут как-то потрачены на социальные объекты. А вон там я вижу... Пошел я поговорить с людьми. Вы знаете, мне кажется, интереснее поспрашивать, как поживают люди. Новости общие вы увидите без меня в интернете, в телевизоре. А вот новости, как живут люди, мы с вами не знаем. Давайте поспрашиваем. Здравствуйте, извините, пожалуйста, меня Тимур Ханов зовут. Здравствуйте. Я провожу опросы в Новосибирске. Покажи, что мы тоже Давайте этим мы же тоже самым одновременно, да? Да, займемся. Вы опросами занимаетесь? Ну ладно, ты не... Что вы хотели? Хотел узнать, как поживаете. Мы прекрасно поживаем. Какие у вас новости? Дома, на работе? Ну, это слишком личный вопрос. Можно не отвечать. Да. Хорошо, какие новости вообще вас интересуют? В стране, в городе, это очень в семье. Общие вопросы. Вы не похожи на видеоблогера. Вы должны задать конкретный вопрос. Мы Например, будем... да, как вы относитесь к разводу Степаненко и Петросяна? Да, вот, да, это вот как вы этот, относитесь на этот к вопрос разводу? Слушайте, ну, честно говоря, нам конечно... пофиг. С одной стороны, нам все равно, а с другой стороны, конечно, мы обескуражены этим событием, потому что... Не смешно. Потому что так глубоко я не думал, спасибо вам за уточнение. 32 года совместного брака. Это же не шутка, понимаете? Полтора миллиарда совместно нажитых рублей. Вот вы женаты? Два раза был. Два раза. Вот и что вы нажили со своей женой? Ну, меньше, чем 2 миллиарда, меньше. Полтора. Две жены и все равно меньше. Вот, понимаете, и что вы развели, что вы ей оставили? Ну, все, что было. Все, что нажито непосильным вот трудом. Вот видите, да. О чем это говорит? О том, что вы благороднее, чем Евгений Ваганович Петросян. Потому что вот он это новость, да. Хочет все поделить. Это, вот я то, что я благородный, для меня новость. Спасибо. Вот понимаете. А у вас какие Нет, новости? Благороднее, чем Петросян. Ну, это, понятно. Понимаете, такая шкала да, ценностей. Сомнительный комплимент. Да, то, что развелся, это не признак благородства. Вас совершенно. А у вас какие новости? У меня те же самые абсолютно. Тоже Петросян. Те же самые, конечно. Спасибо вам, всего доброго, пусть у вас будут хорошие новости. Не Спасибо только... большое, а вам пусть попадаются прекрасные собеседники. Я уже встретил двоих, с вас начал. Здравствуйте, извините, пожалуйста, меня Тимур Ханов зовут, я опросы в Новосибирске делаю. Как вы поживаете? Нормально. Нормально, у вас есть какие-то новости, какие-то личные, которые вас радуют или огорчают? Да нет, наверное. Все в порядке? Да это значит, что все... А отсутствие новостей – это хорошая новость? Ну, не всегда. Ну, то есть не все спокойно, всегда. Без проблем. Не, проблемы всегда есть. Вот мы же с вами люди. Вас что волнует, если раз секрет? Раз мы живем, значит, у нас должны быть проблемы. Иначе никак. Да ладно, можно и без проблем попробовать. Было бы хорошо, правда? Мне кажется, тогда будет сумасшедший дом. От политика что-нибудь зависит, как вы думаете, в нашей жизни, в наши проблемы? Полагаю, да, но не 100%. А может, от самого человека больше зависит? Частью, да. Мы же свою судьбу сами вершим.
спасибо, удачи вам. Удачи вам также. Да, как это говорят, каждый кузнечик кует сам свое счастье. Пожалуй, да. Спасибо. Здравствуйте. Можно с вами поговорить? Не на камеру. Не на камеру? А можно так вот я просто на голос спрошу? Я просто подхожу к людям, спрашиваю, как поживаете? Хорошо. Хорошо? А у вас есть какие-то новости свои, вот, чтобы... события в жизни интересные, хорошие, плохие? Да, я на правах был, я очень рад. Есть хорошие новости? Конечно. Сегодня? Сегодня я их получил, так что... Можете сказать, если не секрет, или ну, в общем, делать? А, что сказать? Личное, можно и не говорить. Ну, какого рода новость? Ну, просто права получил. А, права получил? ВВК прошел. Стоматолог меня терзал сегодня. Очень хорошая вот тогда, прогрессивная. Ну, пусть у вас будут чаще хорошие новости. Всего доброго. Хорошего кофе. О, девушка песню поет. Да, встретились известные люди мне первыми. Я даже их не узнал. Везет же. Это не рояли, так везуха. Здравствуйте, можно с вами поговорить? Можно. Вы так красиво поете. Как вы поживаете? Хорошо. Хорошо? Да. У вас хорошая жизнь, все в порядке? Да. И проблемы есть? У всех есть проблемы. Какого рода у вас проблемы, можно узнать, если не секрет? Да мне нет проблем. Нет? А вы вот упоете, деньги собираете или как? Или в свое удовольствие? Совмещаем полезное с приятным. Мы путешествуем, экономим и зарабатываем на том, что умеем делать. А откуда и куда вы путешествуете? Из Екатеринбурга на Байкал и обратно. Вдвоем с сыном? Или это ваш сын, да? Да. И вот так вот? А как вы путешествуете? Покупаете билеты или автостопом? Билет покупаем. Ну и какие люди вам встречаются? Чаще хорошие? Самые замечательные. Вообще чаще хорошие люди встречаются. Ну, как говорится, какой сам тех и встречаешь. Как в Новосибирске? Вы давно здесь? Ну, я в Новосибирске вообще жила когда-то, 4 года. Мне очень нравится этот город, да. И как тут люди бросают денежку за пение? Лучше, хуже, чем в других местах? Вообще здесь люди очень хорошие, очень отзывчивые и бросают достаточно неплохо. А сын, я благодарна с вами, этим людям. Сын с вами тоже поет? Нет, он играет. Играет? А он играет, с ним поговорить невозможно? Да, невозможно. Как его зовут? Как тебя зовут? Он не слышит, но уши заняты. Он не хочет. Он не любит общаться. Ладно. Да. Он не общительный. Ну так бывает, что дети отличаются от родителей. Ну хорошо, а вы можете сейчас, что вы поете? Какой ваш репертуар? Такое, для тех, кому за. Ну давайте, я с удовольствием вот трансляцию. Да все, что угодно, все, что вы только что пели. Да ладно, ладно, я пока других спрошу, а вы. Я пока вот женщину спрошу. Здравствуйте, дети! Как жизнь? Хорошо, что испугались-то, такие напряженные. Отличная жизнь, сказали взрослые. От взрослых это зависит. От взрослых зависит? Да, конечно. Здравствуйте. Вы тут, я смотрю, денежки собираете. Как вы поживаете? Как хорошо. Ваша жизнь? Жизнь хорошая? Лучше всех. Какие у вас новости? Что вы спрашиваете? Какие у вас новости? Что у вас произошло интересного сегодня, вчера? Ну, в принципе, молодые приехали. Молодые – это ваши дети? Ну да, дети, внуки. Соскучилась. Это хорошая новость? Да. А плохие новости? Вот, плохих пока не надо. А вы тут денежки собираете, какие? Вам нужны деньги? У вас проблемы? Или как? Зачем? Почему? Для удовольствия. Чтобы я книги покупаю. А, вам нужны просто еще немножко денег, да? Да. Мне не хватает на духовную пищу денег. Пенсии. Мне пенсия только на такую. А сколько у вас пенсия? 9 тысяч. 9 тысяч, не хватает? Нет. Ну хорошо, желаю вам... Вообще, если откровенно говоря, мне лично 16-17 в месяц хватает. Вот вам на духовную пищу. Ну спасибо. Покупайте книжки, всего доброго. С успехом. А что вы меня только это... Не надо на телевидении. Не надо на телевидении? Нет, я для себя, для своих друзей. Спасибо вам. Нет, на телевидении. Не будет телевидения, ладно. А кто вы вообще? Меня зовут Тимур Ханов. Даже слышали? Ну, здорово. Когда
цвели сады. Ну что же тут поделаешь, другую встретил ты. Красивая и смелая дорогу перешла, черешней скороспелою любовь ее была. Здравствуйте, можно с вами поговорить? Что? С вами можно поговорить? Меня Тимур Ханна зовут, я на улице Новосибирска опросы делаю. Как вы поживаете? Как у вас дела? Нормально. Хорошо дело, плохо или как? Проблемы есть? Какие могут быть дела у пенсионера? Снимаете? Снимаю, да, если не возражаете. И не для эфира? Не, для себя, для своего эфира. А зачем? А, не, ну если возражать, я не стану. Я могу так сказать, спросить без лица? Ну так, все в порядке. Новости у вас какие? Есть хорошие новости в вашей жизни? На жизнь не жалуюсь. Не жалуйте, все у нас хорошо. Самая главная новость. У вас пенсия большая, маленькая, как вам? Ну, наверное, средняя, не знаю, какие максимальные. Не жалуюсь. Можно пару месяцев прожить при желании, если ничего лишнего не покупать, кроме пищи. Понятно. А события у вас были какие-то вчера, сегодня? Ну, хорошие, плохие? Плохих не было. И это уже хорошо. Исключительно хороших тоже. Жизнь. Самое главное, жизнь идет своим чередом. Что еще? Ясно, спасибо вам. Пожалуйста. Ну, давайте еще кого-нибудь помоложе спросим. А вот девушка стоит. Здравствуйте, извините, пожалуйста, могу я вас? Я... Не хотите? Извините. Что-то молодых в это время. Совсем молодых. Мало на площади Ленина. А вот девушка идет. Здравствуйте, извините, пожалуйста. Меня Тимур Ханов зовут, я опросы в Новосибирске делаю. Хотел узнать, как вы поживаете, как у вас дела? Значит, извините, я просто очень спешу. А я могу с вами вам составить компанию? Я встречаюсь, не надо. А, хорошо, удачи вам, ваша встреча. У девушки дела, она встречается, она занята. Ну ладно. А вот идет еще одна юная особа. Спросим ее и закончим наши народные человеческие новости. Как вам нравится такой формат? Ходите, спрашивайте у людей, какие у них новости. Здравствуйте, извините, пожалуйста, меня Тимур Ханов зовут, я опросы в Новосибирске делаю. Можно? Нет, не хотите? Нет, ну, пожалуйста, извините. Что, какие-то вопросы? Может, вы мне ответите? Вы тоже меня не знаете. Ну ладно, хорошо. Всему свое время. О, привет! Какой маленький город. Молодая, да. Хорошо. Как твоя жизнь? Вот я хожу, спрашиваю людей, как поживаете, как ваша жизнь? Да, непонятно. Не, меня не надо снимать. Не надо? Опять не надо. Что за день такой, вторник? Да что-то так. Новости есть личные, личного плана? Нет. Это хорошо или плохо? Это хорошо. Отсутствие новостей, хорошая новость, да? Я сейчас просто неделю был в Сибиряке, отдыхал. Получилось? Да. Ну ладно. Хорошо. Здравствуйте, извините, пожалуйста, могу вас коротко отвлечь? Нет. О, вот, ну никто из красивых девушек не откликается. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы тоже как красивая девушка не станете мне отвечать? А что вы хотели спросить? Я провожу вопросы в Новосибирске. Хотел узнать, как вы поживаете, как ваши дела? А, хорошо, но я не из Новосибирска, просто я проживаю в другом городе, а здесь на какое-то время. Как вам Новосибирск? Ну, честно, я не очень люблю Новосибирск. Почему? Ну, как город мне не особо нравится. А какой вам больше нравится? Вы откуда? Москва. Москва. Вам больше нравится Москва? Да. Темп другой, люди другие. И архитектура другая. То есть в Новосибирске вас архитектура не вдохновляет? Да. Понятно. Мягко говоря. А что еще не нравится в Новосибирске? Ох, ну сложно сказать, просто мне в целом, город мне не нравится. Вы тут по делам? Погода. А? Погода. Вы тут по делам или как? Если не секрет. Ну, практически, да. Погода часто меняющаяся, ужасный климат. Ну, люди, наверное, тоже такие своеобразные немного. Ну, надеюсь, я вас не очень испортил вам настроение. Нет, а вот новости у вас. Я хожу, спрашиваю людей, какие у вас новости вчера, сегодня, хорошие, плохие. Есть какие-то личные новости? Ну да, они вот как раз таки очень личные, как вы сказали. Ну, они позитивные, они повышают настроение или наоборот? Они, знаете, такие, наверное, риторические, философские, но в смысле, они. Нужно подумать над этим, и потом, наверное, только пойму, к лучшему это или нет. Ну, такие вот. Своеобразные, в общем, новости. Ну, пусть ваши новости вас радуют рано или поздно, и Новосибирск хоть чем-нибудь тоже понравится. Посмотрите, сегодня солнце, хорошая погода. Да, я вот как раз-таки этому очень рада. Мне кажется, вам встречается иногда интересный собеседник. Вы очень скромный, хочу сказать. Спасибо.
все на этом, да? Да, спасибо вам большое. Привет, Москве. Здравствуйте, извините, пожалуйста. Здравствуйте. Меня Тимур Ханов зовут, я опрос на улице Новосибирска делаю. Спрашиваю людей, как вы поживаете, как ваши дела? Хорошо. А? Хорошо. У вас есть новости какие-то вчера, сегодня, хорошие, плохие, личные? Да, как-то все обыденно, и мы совсем уже в своих бытовых проблемах. Да, ну нет, нормально все. Как. Новостей... Ничего, жить можно? Конечно. Отсутствие новостей – это хорошая новость? Вот это сложный вопрос. Но за политикой вы следите? За политикой следите? Посредственно. Посредством телевизора или интернета? Нет, нет, посредственно. Что мы как бы так, на общем уровне, на кухне. Ясно. Ну пусть у вас будут хорошие новости. Всего доброго. Спасибо. Здравствуйте, извините, пожалуйста, могу вас спросить. Меня Тимур Ханов зовут, я просто в Новосибирске делаю. Как вы поживаете? Как ваши дела? Хорошо. Вот я сегодня делаю такой вопрос. У вас есть хорошие новости или плохие новости в личной жизни? Какие у вас события в жизни? Ведь не важно, не обязательно их называть, как что они себя представляют, но они хорошие или плохие? Ну, больше хороших. Какие, можете сказать, например? Ну, что вас порадовало в последнее время? Ну, дачу сделали хорошо, вот у нас сейчас, ну, с этим делом, вот, ну. Есть где отдохнуть? Да, вот именно, что нашли, где отдохнуть, и там уже доделываем. Спасибо, успехов вам. Замечательно вы играете. Я к вам уже не первый раз подхожу. Я провожу опрос сейчас. Скажите, пожалуйста, вот как вы поживаете? Как вас зовут? Могу узнать? Ну, чтобы по имени обращаться. Адриано Челентано. Адриано, отлично, очки те самые. Ему, а вы можете что-нибудь Челентано сыграть? Можем. Так, чуть-чуть, небольшой фрагмент. Спасибо, да, здорово. Скажите, а можно вам спрашивать, как вы поживаете? Как вас зовут? Я существую, а не живу. Проблемы? Ну, смотрите, какие красивые женщины, а у вас проблемы? Так проблема, женщину надо. Вот и проблема вся. А, это единственная проблема? Да, единственная. А больше нет проблем? Пока нет. А новости у вас есть хорошие насчет женщин или хотя бы что-то еще? Познакомьте. А, и будут хорошие новости? Да. Вот пусть у вас будут хорошие новости. Женщины, знакомьтесь, Адриано Челентано. Вот такие новости у меня из Новосибирска. Сегодня мы спрашиваем людей, как они поживают. Завтра, если какие-то возникнут хорошие или плохие новости, мы их обсудим. Пишите, предлагайте темы опросов, новостей. Кстати, напоминаю вам про опросы. Губернатор, пока еще исполняющий обязанности губернатора Травников, согласился ответить на вопросы, которые мы соберем в интернете, в Фейсбуке и в прямом эфире. Так что, пожалуйста, присылайте в группу «Мнение Новосибирска» или мне, в Фейсбуке или по другим сетям, вопросы для губернатора, исполняющего обязанности. Как там будет видно? Лучше поострее, потому что вопросы общего характера, риторические, ну, там ответ заранее известен. Конкретные вопросы интереснее. И поострей. И я буду вам. И мне тоже присылайте острые вопросы. Будем обсуждать, если вот этот формат новостей из Новосибирска вам понравится. Всего доброго, пока. Ваш Тимур Ханов.